IT de tu polimo emelin esestchai tu foru euch apodosis edetes pro prothimies enestosis kai de hoimen epempon apaituntes don dasmon por juper ptikos apokrinaminos apedioxe tus angelus. Только полему, не полему, полему. Значит, причина Полему. полемо, да. Полемо. Причина же войны Эмилен Эсестхай это как бы собиралась стать. Да, ну можно так сказать. Но почему причина собиралась стать? Или это просто такое выражение, что так можно сказать? Ну, Мэлла не обязательно понимать так анимистически, да, как будто бы причина это живое существо, что она что-то собиралась, да, ей предстояло, что ли? Сейчас я, секундочку, предстояло, наверное. Сейчас не могу заменять, не могу язык заменить. Ну, давайте Мэлла посмотрим в словаре, да, подберем какое-нибудь значение другое. А, нет, извините, все, это я вас сбил. Я глупый. Я почему-то подумал, что вот это х это э. А на самом деле IT это просто часть предиката. Что не Аподосис был причиной войны. А, да, Вот. вот правильно, правильно. Я Да, тоже не я заметил, да. почему-то прочитал. Да. Так, а Аподосис это, кроме вот нашего значения, сейчас, Аподо. Но от какого это глагола? Сисы. От какого глагола? Аподидами, наверное, отдача какая-то, возвращение, возврат. Я расплат, отплат, ну, выплата. Аподидами это еще Да. выплачивать, да? Да, какие-то эти, как они называются, реституции или контрибуции. А, то есть не отдача, а, господи, как это, дань, да, вот это форус, да, дань. То есть не отдача дани была причиной войны. Я бы сказал вообще выплата налога, да и все. Что мне нравится. А уже сейчас. Возможно, что это просто дативус абсолютус здесь. Энестосос. Протхис. Нет, вы неправильно читаете. Протхесмиас, а не протхимиас. Протхесмиас. Протхимиес энестосос. Протхимиес. Так, это назначенное время, а энгистами. Это не, ну это не, это назначенный день. Да. Назначенный день чего? Ну, видимо, того, что она должна быть, когда она должна быть выплачена. Да. Ну, в смысле, причиной войны была не отдача дани, а именно, видимо, то, что срок был не тот. Они опоздали, может быть. Я уже сейчас не помню, о чем мы читаем. Не, подождите, подождите, не, секундочку, секундочку, нет, я не согласен. Видишь, где ук находится, в какой позиции? Да, в атрибутивный. Кстати, интересно, почему ук, а не мэ, да? Я сейчас не знаю, сейчас не могу сходу сказать. Ну, не выплата налога, не выплата дани, ей предстояло сделаться причиной войны. Почему? Да потому что день выплаты уже был назначен. При том, что день выплаты был назначен. А, так понятно. Значит, потому что они, ведь они же уже от Эмпелон отправляли, видимо, какое-то посольство. Дасмон, что такое? Дасмос. Ну, то же А, самое. ну все-таки это то же самое. То же самое. Значит, они же уже отправляли, и на Пайтео-то, наверное, либо требовать, либо просить, скорее всего, требовать. Да, и
Дек, и, конечно, они, одна сторона, да, Гоймен, они посылали, да, чтобы просить, чтобы, да, просить, Ну, да, с требованием даже, чтобы вернули. с требованием, ну, не вернули, а выплатили, налог не возвращают, его выплачивают, да, все-таки, наверное, да. Ну да. Вот. А те другие, другая страна, Юверптикос, Апокринаменос, то есть они ответив отправили, Ападиоксе выгнали, В единственном числе. Аподиоко. Так, внимательнее, в единственном А числе. тот, да, тот отвечая в ответ, то есть Апокринаменос, ответив как бы, Аподиоко, это, видимо, выгонять, выгнал посланцев. И осталось Юперптикос как-то, ну, возможно, надменно, Именно так, да. смотря сверху. Так, вы можете теперь вообще все подытожить, да? Начиная с подлежащего первого, Да. да? Невыплата долга, в смысле, невыплата дани должна была стать причиной войны, потому что срок выплаты уже был назначен. И они посылали, прося выплатить дань, а он, ответив надменно, выгнал посланцев. Выгнал посланцев, да, прогнал. Ну, можно, знаете, еще подискутировать, как перевести, с каким оттенком перевести Гентиус Абсолютус, потому что день назначен был. Или при том, что день выплаты уже поджимал, да, то есть все скоро, я не знаю, я имею в виду это, да. Ну да, или может быть даже несмотря на то, что он как был назначен, они не выплатили. Они даже Как? и не волновались по этому поводу, да, не пытались собрать Да. деньги, да, надо. Так, Евгений, готовы? Вот это. Да. Протеон гой псе топодас кай гой пагуридай халипайнантас тос кинтаро тута гарекалейто. Метаполу Тарюбу Эпесен. Первыми Эпесен прибыли, пришли сетоподы. Ну, какие кто-то ноги, не помню сейчас. Посмотрите. Ну, камбалоногие, глупость какая-то. Ну, это сказка. Ну, почему глупость? Для сказки нормально. Если у камбалы же нет ног. А вы не смотрели мультики советские? Особенно армянские? Помните, там был такой гениальный армянский мультик? Про мальчика и про всяких существ морских. Нет, допустим. Ну, нет, смотрели, все смотрели. Я просто забыл там сюжет. Известный такой, там музыка известная. Ну, такими там куча всяких внутренних метаморфоз. Ну, короче, это же фантастика. Тут что хочешь, может быть, да? Ну, я понял, да. Кажется. Хорошо, в общем, камбалоноги и какие-то крабовиды. Может быть, и крабовидные, я не знаю. Да. Значит, ну, какой-то злобе, в гневе Калипайнантес на Скинтара, ведь его так звали, Тоже, с кстати, большим... секундочку, так он назывался, да? А это что, тоже говорящее имя, да, Скинтхар? Не посмотрели в словаре? Может. Сейчас смотрю. Ну, нет, чего-то не показывает. Камбалисты и крабовисты, да, злились на Скинтхара. Ну, ладно, пускай так звали этого нашего персонажа, с которым встретились главные персонажи этой повести, да? Если это так, кажется, был Да. неделю назад у нас, да? Ну все, я все перевел. Они прибыли с большим шумом. Прибыли, думаете? А какой это глагол? По-моему, это эпоми. Эпоми. Да. Можно даже сказать, что это супплитивный глагол глаголу перхомой. Напоминаю, эйми, это же эйми, да? Он супплитивный к перхомой. Вот, так что насчет прибыли... У них там война начинается, они просто посольство, да? Можно эперхумы посмотреть, а можно эпоими посмотреть. Может быть, и прибыли, а может быть, пошли войной. Видите, шестое значение? Напали. Мне кажется, с большим шумом они начали сражение. Ну, давайте дальше видно будет, наверное, да?
Так я меняю цвета, чтобы повеселее было немножко. А Дмитрий, пожалуйста, да, вот это. Сейчас. He makes the ten ephodon. Hypoptelontos exoplisaminoi ame anemenomen lochontina protaxantes andron pentekai eikosi. Мы же гипоптео это подозревает, да? Мы же подозревая эфодон, это, наверное, какую-то засаду или какую-то там скрытую. Сейчас. Сейчас знакомое очень слово эфод. Тут надо не только, смотрите, тут надо не только переводить, это же мы не учебник черного читаем, тут надо держать в памяти, ну, контекст всей повести, да, что происходит, там, что было до этого. И для этого надо подобрать. Вот если мы предположили, что эперхума здесь переводится как нападать, то эфходон тоже надо понять как-то милитаристски, да, наверное. Есть у него милитаристские значения у эфходона? Ну, что-то наступление какое-то. На наступление, наверное. Да, вот да. Так вот. Или даже на нападение. Атака. Да. Угу. Нападение, да. Так, мы же подозревая нападение. Или потому что мы, да, так можно, да, потому что мы подозревали, вполне ждали, то есть в этом смысле, да, что вот-вот начнется, да, гипоптеонтос, эпходон, да? Да, экзоплидзо это типа как-то не, ну, вооружаться. Нет, тут важно, что анеменумен, да, анеменумен. Вот. Это аномено. Мену, да. Она мену. Ну, главное, что но это мену. Мену, да, оставаться. Ну, подождали. Вот именно. То есть они были, в смысле, что они были на чеку, видимо, да? Ждали, поджидали, ожидали, там, ну, выжидали в имперфекте, mm-hmm. да? Как? В каком виде ожидали? При части конъюнктума образа действия. Эксоплисаминой. Ну, видимо, сейчас я... Ну, корень, да, вот гоплос, да, помните, гоплос, это гоплос. Да я понимаю, экзоплидзо это, то есть, типа вооружившись или что-то. Ну да. Сейчас. Ну просто, просто в полной готовности даже можно было бы сказать. Не то, что прям вот fully armed, то есть прям во всеоружии, а можно было в полной готовности ждали. А, то есть не то, чтобы они в латах спали, да, а просто, ну вот, кто как готовился, все по-разному, да? То есть они ждали? Ну есть такое значение, ага. Да. Угу. Ну может быть, да. Но я думаю, что кто-то и в оружии, уже оружие на изготовку взял. Но если F-ходон это все-таки нападение, да? Ну да, я думаю, что, наверное, как в русском выражении, во всеоружии, наверное, здесь как бы могут uh-huh. быть оба смысла, и прямое, и метафорическое. Да, да. Поставив некого сотника. Uh-huh. Это вы из комментариев этого Зелинского Канабасису, да, так переводите сотника? Помните, мы читали Анабасис по древнему комментарию старому? И там это сотником переводилось, да? А мне кажется, мы стали его переводить сотник, потому что это же логично. Ну, а что значит, мы поставили какого-то лоха, да, сказать? Ну, наверное, так тоже можно. Можно центуриона говорить, наверное, да, по-римски. По-римски. Подожди, а лоха, в смысле, сотник, это и есть центурион, да? Это тот, который сотник командует или нет? Нет, это лохак, по-моему. Да, это... Лохагос. А, вот оно что. Это не человек, который... Это да? отряд. Отряд из сотни человек, да? То есть, ну, рота, отряд какая-то. Да, неважно, в принципе. Для нас это неважно. Ага. Да, из людей и в количестве 20-25. Да, вот так вот заранее, да, про... как бы установив, снарядив, организовав какой-то даже вот отряд из 25 мужиков. А вот, да, какая функция этого генитива? Мне кажется, это партитивус, нет? Или это какой-то генитивус числа или что-то? Да, квантитатис, по-моему, да, называется? Квантитатис, квантитатис. Так, прекрасно, по-моему. Давайте пойдем дальше. Евгений, да, давайте такого.
А, до точки можно, до точки прямо. Про эрот дотоисенте энедра эпидан идоси парели тотас тус полемиус эпанистас хайкай гутас эпоэсен. Энедра это какое-то внутреннее сидение, что ли, сейчас? Засада. А помните, вот это проверит у нас где-то недавно было в Атхензе, что ли? Алексей. Ну, я не знаю, становится ли он, может быть, он отложительный, но вообще это что-то кто-то предсказал или что-то было предсказано. Либо сказал заранее, но в этом контексте это приказал заранее. Понял. Кому предсказал? Было Да, предсказано. В перфекте было предсказано уже, да, кому? тем, кто должен был сидеть в засаде. Ну, даже не должен был, а даже, может быть, и сидел, да? Ну, да, ну просто когда, пока им было, когда им говорилось, они еще только должны были. Чтобы как после, ну, когда, после того, как увидят, значит, что враги подошли или прошли мимо, сейчас, Ну, это по-рерху. да, пора это мимо, но может быть здесь и не мимо, я не знаю, это по эрхумой. Все поняли, что это по эрхумой, да? Да, но есть седьмое, восьмое значение входить, вторгаться. Десятое приходить, достигать. Мне кажется, пойдут в бой, да? Вот. Ну, не знаю. Да. Эпонистовская это эпангистами. Да. Ну, поднимать вся, не знаю. Да, чтобы они поднялись. И так они и сделали. Поднялись в бой, да, или чего? Или это какой-то маневр? Ну ладно, сейчас узнаем. Ну, сейчас мы узнаем, да. Сейчас узнаем, так. Ну давайте, Дмитрий, до конца, до точки тоже, да? Эпанас тантес гарка топин экоптон аутус кай гемейс декай утой пенте кай экуси тон аритмон онтес кай гаргос скин то скиде скинт харос кай хопайс ауту сюнастратеонто и Ю. эпенитиадзомен юпенитиадзомен юпенитиадзомен кай сюмейксантес тюмо кай ремо Ромо Диекюндинеусумен. Интересно, да. Значит, вот они собирались там напасть, да? Еще раз, как мы вот это эпонистостхай перевели? Евгений, как мы? Набросится, да? Эпонистостхай. В это же Встать. Ну, они в засаде сидели. Видимо, выйти из засады и пойти в бой будем. И вот встав, ведь встав, вот так вот. А, я понял идею. Они оказались, как это называется, за спиной у врагов из засады. То есть они ударили, как ты говоришь, Сзади. В тыл. в тыл, вот. Видите, Катопин, да? Вот это Катопин, это как раз есть сзади. Со спины, как бы. Вот это хорошо, что вы сказали, потому что я думаю, что это какое-то слово «катопис», и я не нашел его. «Катопин», да, сзади. Его просто прям так надо было сказать. Да, они, значит, ведь они напали сзади, с тылу. Коптон, Это отрезая их. Или отрез. А, они, ударив с тыл, отрезали их. Не, Видимо. я не так понял. Я понял, что вот выскочив как раз Эпанастантес, они сзади копту это и есть бить. Они их по ним ударили. То есть Ну или начали здесь. вот это физическое движение, то есть они выходят из засады, выскочили из засады, а Экопотон это уже они ударили там оружием каким-то своим. Спину. Понятно, да. Причем в спину, да. Да. Вот. И мы, Декай Аутой, и сами, видимо, те 25, которые были числом 25, Да.
А, то есть, да, понятно, они сами не были в этом отряде. То есть мы и вот эти вот чуваки из отряда, потому что Скиндарос и его сын тоже, ну, как бы, с нами пошли войной. Да, воевали вместе. Непонятно, к чему это дополнение. То ли они были в этом отряде, то ли они просто присоединились. Так, вот оно. Юпентиадзо, да? Юпентиадзо. Юпантиадзо, это, видимо, А, юпа... А, да, конечно, там же... аугмент, это превращение. Да. Юпантиадзо — это просто... Пошли вместе, сошлись. И Ну, смешавшись, можно. сумейгнами, душой и силой, диакиндюсами, диакиндюнеона. Насчет души и силы сейчас обсудим. Сейчас, диакиндюнео — это, ну, в общем, с риском, сделали рискованную, отчаянную попытку. Значит, сюмигнями это смешиваться в бою. Мы это видели, по-моему, Да. у Геродота там, ну, много у кого, да, так используется. То есть белые пешки и черные пешки смешались на поле боя, да, скажем так. Да. Я думаю, что это слово, извините, я прервал, да. Что и наверное, это примерно одно и то же. И сюмейксантес, и вот это юпентиадзумен. Нет, я ошибаюсь. Сейчас выясним. Сейчас уточним. Ну, сюмигнюми точно, я думаю. А юпантиадзумен, это, мне кажется, просто двинулись. То есть одна часть с тыла ударила, а эти во фронт пошли. Ну, как бы пошли навстречу врагу, мне кажется. А, все, понял. То есть сначала они двинулись навстречу. Вот, вот это юпантиадзо, Мы это двинулись, двинуться. мы двинулись. Да, мы двинулись, да. Мы двинулись и потом смешались, то есть сошлись в схватке, да? Да, это начинательные имперфекты. Мы пошли навстречу, как бы, да, врагам. И я бы начал все-таки глагол переводить. Он тоже, видимо, начинательный, да, имперфект. Диакиндюнеумен. И диакон. Ну, начали делать какую-то отчаянную попытку. Диакиндю. Мне кажется, это какая-то устойчивая такая формула, а немножко эпическая или что-то такое, как былинная. Ну, может быть, нам сложно судить, как неносителям, да? Ну, смотрите, и как бы ввязавшись в бой, это Аорис, да, Сюмексантас от Сюмигнями, и ввязавшись в бой, сначала они пошли, пошло какое-то время, пока они, ну, начали прям уже биться, да? И смешались в бою с врагами, начав рисковать. Я понял. Это стали бороться не на жизнь, а на смерть. И вот Лидл Скотт дает также еще с этим глаголом то сомати, то есть рисковать как бы телом своим. Видимо, здесь рискую как бы вот животом, так сказать, как в былинах. А где животом? Рома, да, или Тхюмо? Тхюмо. Это Хьюма и Рома, наверное. То есть это одно и то же генетис, да? Мне кажется, да, нет. А, ну, я не знаю, может, какое-то другое там значение у Мне Рома кажется, есть. Рома это скорее здоровье, а Тхюмо это тело. Ну, я, может, и не прав сейчас. А может быть, это вообще Тативус и Моди? Сильно? Как бы это выяснить? Точно. Если только забивать прям целую такую фразу. Ну а где я? Ну да, еще я не могу это сделать сейчас. Так. Фюмос это еще гнев, может быть. Кого-то какая-то телесная сила здесь. Мне кажется, жизнью и здоровьем. То есть часть из них погибла, а часть остались инвалидами после боя, может быть. Ну, смотрите, хьюмосы это как в древнегреческом, да? Во многих, как и, кстати, и в древнегреческом тоже
Душа, да? Это одновременно и душа, это еще и жизнь. Да? То есть жизнью и как бы... Ну, вот смотрите, помните, вот есть такой глагол «рониуме», и как от него сказать... От него есть выражение «будь здоров», которое в письмах используется. Вот смотрите, видите, вот «эросо». Даже какой-нибудь Платон пишет, использует его в своих письмах. «Эросо», там, «будь здоров», там, он пишет письмо своему другу. То есть, жизнью и здоровьем, я бы так перевел, не знаю, рискую. Ну, в таком случае, ведь они не обязательно, что ими поплатились. Если они только их «дио киндюнео», то, значит, они, вот как я и перевожу, сразились как бы не на жизнь, а на смерть. Ну, хорошо, рискуют да. Рискуют животом. Ну, это и есть тоже почти что белинная формула, как сказал Евгений, да? То есть, на жизнь, на смерть, да? Ну, я не знаю. Как, я просто иначе, а как можно, если это сила, как можно силой рисковать? А если это гнев, то гневом нельзя рисковать. Вот как иначе, да? Ну, да, странно. Либо второй вариант, я говорю, что это дативус моди. Как смешавшись, так страстно, гневно, да? Не, ну, как бы... Не как это делают наемники, да, а вот так всерьез, да? Кстати, а что если мы синигами посмотрим? Ну, может быть, там есть? Посмотрите. Сюмигнем, сю. Ну, это... Здесь, наверное, не будет. У меня где-то тут была итальянская билингва, да, но я ее что-то не вижу рядом с собой. Куда там делать? Да. Секундочку, пока почти все минули. Да. Что-то не могу найти, потерялся. Ну, ладно. Ну, не знаю. Я бы загуглил скорее бы в базах данных Тхюмока и Ромы, да? Является ли это гендиадисом устойчивым? И вообще, кстати говоря, все вместе это похоже на пародию какую-то, это пародия на какую-то батальную прозу, да? На Полибия, не знаю, на, может быть, даже и на Фукидида отчасти, на Геродота. То есть вот... То есть можно будет оригинальные какие-то тексты найти, где это используется. Да, ну может быть в какой-то известной битве у Геродота где-то тоже вот так вот послали, сделали засаду, и кто-то с тыла ударил. Тут комментарий нужен, да. Ну ладно, пока ничего не нахожу. Ну, да, а может быть, смотрите, это же поздний текст, может быть тут имеется уже римские реалии какие-то. Борьба римлян, я не знаю с кем, с галлами. Я не знаю. Просто предполагаю. Ну, то есть, вот эти камбаловидные, да, и какие-то там крабоногие, да, это явно какие-то варвары с точки зрения автора, да? Не так выглядящие, как наши, да, скажем? Да. Так. Ну, давайте попробуем дальше. Кстати, знаете что, кстати, вам не кажется, что текст довольно сложный? То есть, я всегда воспринимал Лукиана как очень простого автора. А вот мне, если честно говоря, вот Платона легче читать. Да, у меня только такое же впечатление. Да. Угу. Может, просто отрывок такой по-доброму выламывается. Ну, давайте, да, Евгений. Я хотел небольшое антропологическое замечание, почему варвары могут быть вот так вот изображены. Угу. Они ведь, ну, кроме того, что они просто иначе выглядят, они ведь странно выглядят. Я вот, например, думал о том, что, вспоминая вот эту вот штуку про воинов Александра Македонского, которые... Не признали, когда он предложил им на персидский манер распластываться, значит, перед ним целовать там подол мантии. Вот, что у греков, например, совершенно немыслимы всякие татуировки, инициатические шрамы, пирсинги, вот весь этот антропологический хлам, ну, на свободном человеке, который там для других, то есть... Варвары, они просто еще и сознательно устроены как бы театрально, потому что это, ну, типа, раскрашенные там индейцы вот в таком духе. Ну да. А тут, вы сказали, татуировки у греков? Мне кажется, не могло быть. А, не могло, конечно, не могло, скорее не могло, да. То есть, если просто там ареал как бы
финикяне наверняка как-то себя отмечали. Египтяне, все войны были персингованы. Мне кажется, Месопотамия, там персы тоже могли с какими-то штуками, ну, отметинами, с каким-то письмом как бы на теле. Mm-hmm. У греков вот такого не могло быть, мне кажется. Да, ну и прически. Вот, кстати, вы знаете, что мы знаем, мы точно знаем, как выглядели галлы и как выглядели их прически, потому что, насколько я знаю, какое-то количество лет назад их нашли за консервированных галлов в болотах. То есть, ну да. Часть галльских воинов потонула в болотах, и они там как-то в таком прям почти неизменном виде сохранились вместе со своими вот этими хайерами странными. Mm-hmm. Ну ладно, давайте не будем заниматься... Tell us that trapen auton poesamine, kate dio oxamen ahri prostus folius, apetkanon deton men polimion hebdo mekon kata и hekaton, remont de geis go kybernetes trin trigles pleura diapareis to metafronon. Значит, наконец мы обратили их в бегство, обратив их в бегство, преследовали вплоть до их каких-то логов, убежищ. Да, до нор каких-то. Yes. Да. Угу. Значит, из врагов погибло 80. Хабдумэконт. Видите, числительные плохо запоминаются. 70, да. 170, да, получается? 70 плюс 100, 170. Да. А у нас один только капитан. Угу. Вот тут, смотрите, тут сложная форма диапарейс. Не диапартхейс, а диапарейс, но тем не менее это пассив. Вот это диапарейс. Ну, это причастие пассивное про капитана, да, объясняющее, как он, собственно, кончил плохо, видимо. Сейчас. А кто такой диапарейс? Это диапарау? Ару это так себе звучит, но какие еще варианты есть? Сейчас я сам... Диапайру? Рау. Диапейро. Да, там просто облаут, да, череда, ну, гласная другая в пассиве, да. Диапейро, да. Проколов, ну, в общем, он был уколот. То ли плеура это то ли куда, то есть то ли в бок, то ли это чем, то ли это инструментис. Мне кажется, инструментис. Тогда, значит, каким-то краем, боком этой самой... А, ну да, то метапронен, тогда то куда, такой аккузатив, типа релиционис. Короче, краем какой-то морской ласточки, какой-то рыбины. А нет другое значение у плевры? Может быть, это какой-то острой частью ее тела? Ну, ребро, бок, сторона, фланг, край. А морская ласточка это не птица, это рыба, да ведь? Ну, видимо, да. Что-то типа рыбий меч тот же самый, да? Тригла. Вообще это мелкая рыба, морская ласточка. Ну, не знаю, может быть, они их использовали в виде копий, наконечников копий, не знаю. Ну ладно, мне кажется, это шутки уже какие-то, потому что рыбка выглядит совершенно безопасно. Ну, допустим. И, видимо, то метафора, это в свой типа загривок или заднюю часть спины пишет. Это какая функция здесь? Ой, что это? Я предложил релиционис. Да, я согласен. Это, блин, где?
Ну да, куда он был ударен? Где рана была, в общем, да? Да. Загривок. Что такое загривок у Ну, человека? нет, это часть между лопатками, то есть это, видимо, позади диафрагмы, как бы, с той стороны диафрагмы. То есть как грудь, только сзади. Ну, то есть просто спина, по сути дела. Ну да. Да. А из нас то один, да? Тут Гейс как Монус используется. Один только капитан. Был, так сказать, ранен, уколот в спину каким-то ребром тригла, рыбы тригла. Черт его знает. Черт его знает. Но он погиб, да? То есть если первая часть фразы это апэтхонон датон полимион, во второй части фразы нету глагола, то есть мы предполагаем, что глагол переносится, то есть он тоже апэтхонон. А как, соответственно, проколовшись на ласточке? Ну, я не знаю, как его смерть выглядела. Они кинули в него эту рыбу еще. Может быть, она просто была большого размера, понимаете? В 10 раз больше, чем сейчас. Не знаю. Ну ладно, в общем, как-то от рыбы погиб. Так, пожалуйста. Так, а вы поняли, да, Дмитрий, вот это выражение? Турапен поясаменной. Аутон. Ну, то есть, обратив в тропе, от глагола трепо, да? Да. Обратив их в бегство. Да. Такое выражение, оно, мне кажется, классическое вполне. Так, ну, пожалуйста. Экейнен мен унтен гемерен кай тен нюкта эпеулис саметха темахе кай тропа юнестесамен рахин дзера ксеран дельфинус анапексантес тегюстераиде кай гой алой аист хоменой паресантомен дейксион керас эхонтес гой тариханес. Гегей то де аутон пеламос, то де эомнюмон, то гой ксюнокефалой, то месон, де гой каркинохерейс. Так, значит, ту ночь, а нет, тот день, ведь тот день и ту ночь мы провели. В общем, короче, я тут уже посмотрел, это глагол эпаулидзомай. Эпаулидзомай. И это просто проводить лагерем или оставаться лагерем. А какой там существительное внутри есть? Аула какая-то. Аула, что ли? Ауле Ауле. это. Ауле базовое значение это двор вообще. Ауле двор. Кстати, на новогреческом тоже сейчас проверю, не помню, что там. Двор. А паулизу это как бы ну, временную стоянку какую-то себе организовывать, да? Да. Только я не понял, почему здесь этот дативус от Махе. Это просто вот, например, находиться, вот словарь дает, да, ставиться лагерем рядом с городом. Там будет Т-полей. Но что такое Т-махей? Это рядом с местом сражения, что ли? Я думаю, да. Я не знаю, но думаю, да. Кстати, видите, тоже Вот это тоже тут Т-полей, да. поздний автор, да, тоже поздний. Ну, возможно, рядом с местом сражения. Пока у меня никаких других идей нет. И воздвигли этот, как он называется, памятник. Тропаен. Победы, памятник Стесана. победы, да. Да. Сейчас. Начните Рахи. не начните с причастия, да, на Пексантас. Анапексантес, помните, ана мы читали пего. из Фукидида недавно, там был этот глагол. Он, помните, гвоздь там взял гвоздь какой-то. Или вас не было тогда, ничего не помню. В середине, да? Не с Фукидида. Это самое, это из Аполлодора. Из Аполлодора, да, из Аполлодора, точно. Сори, да. За вас не было. Это анапегнюми, анапегнюми. Второе спряжение. Пегнюми, анапегнюми.
То есть, что такое распять? Прокалывать. Посадить на вертел. Ну, не знаю. Вколов, наколов. Воткнув просто, может. Сейчас. Значит, видимо, они то ли рахин, то ли ксеран накололи. Не ксеран, это сухой. Дельфину. Нет, ксеран, ксерос это сухой просто. Тогда, видимо... А что такое рахин? Сейчас вот, я смотрю. Вот посмотрите, рахин лучше. Рахин, точнее. Рахис, точнее. Это этот позвоночник. Проколов позвоночник дельфина. Да, а ксеран это такой глагол даже есть с таким корнем. Как будет сушить? Сушить, высушивать как будет? Может быть, ксерайну или ксерау? Да, именно так, и ксерайну, да. Ксерайну это высушивать, mm-hmm. что-то засушивать. Вот. То есть они его на этот, что. А почему сушить? Я думал, они его зажарить хотят. Не-не, сухой. Зачем они его просто прилагательное. Сухой, засушенный, высушенный. Mm. Засушенную спину. Видимо, кость. Ну, это позвоночную кость, мне кажется, самую длинную, да? Смотрите, видимо, я просто никогда, честно говоря, этим не интересовался. Чтобы построить памятник Победы, нужно трофей. Нужно что-то воткнуть такое, да? Продолговатое. А когда вы в походных условиях mm-hmm. находитесь, вам приходится использовать, что попало. Ну, например, высушенный позвоночник дельфина. Я не знаю. Евгений, вы как думаете, что здесь? Как это все выглядит? Ну да, так и есть. Но это не значит, что они взяли его феном засушили за один час. А там, видимо, они валялись уже. Может, дельфин 2 года назад умер, и валялся его хребет валялся где-то засушенный. Ну, то есть дело даже не в том, что он сухой, а в том, что просто на нем больше не было гниющей плоти. То есть, ну, там, как обычно, с костями бывает. Их объедают там. Откуда вы знаете? Я периодически наблюдаю хребты дельфинов. Вот это да. Так, ну будем... Ну, то есть он у них просто где-то валялся, этот хребет. То есть не то, что вот он в битве погиб, да, а просто валялся случайно вот остов дельфина. Они взяли его, воткнули в землю. Я думаю, да. Правильно? Да, я думаю, да. Может быть, там их 100 штук валялось, они взяли один, может быть. Mm-hmm. Ну, ладно, хорошо, понятно. Значит, воткнув, или там восставив, как-то поставив, не знаю, то вот... Mm-hmm. Лучше передать. Сухую кость позвоночную дельфина. А на следующий день и все остальные Паресан присутствовали. А почему? Айстхоминой, видимо, воспринимающие что? Да? Томен Дексион Керас. Эхонт. А нет. Сейчас. А, Евгений, я вспомнил, вы мне говорили про дельфинов уже. В этом, про ваших дельфинов, которых вы видели, в этом, у Лонга были какие-то дельфины, да? Да, да. Я вспомнил, да. Так, Дмитрий, вы не знаете, как Айстхомина перевести, да? Я понимаю, как его, но я пытаюсь понять в целом, как связать, потому что явно как будто здесь подлежащие, в смысле, ну да, подлежащие это вот эти Тариханес, да, но это... при этом здесь еще Гай-Алой есть. Mm-hmm. Гай-Алой. Какие-то остальные, да? На следующий день? Да, какие-то. А на следующий день и остальные прибыли, да, Парисон, можно так вот перевести, помните, как... В похоронной речи. Я просто очень понравилась похоронная речь. Там прибывают эти женщины какие-то на похороны, да, там также сказано. Прибыли и остальные. Угу. Тарихан это тоже говорящее имя, да? Это какие-то эти любители солонины какие-то или что-то. Что-то с солью связано, ведь, да, Тарихей. Точно. Близомировщики? Кто это? Как мы их называли? Непонятно. А там что такое Гигей, то сейчас. The Auton Pelamos. А, нет.
Про них рассказывал ведь этот Пелам. А, ну, окей, он, видимо, до этого рассказывал, мы уже забыли. Вот, и они что-то имели. Смотрите, эхо это не обязательно иметь, это еще держать. Вот держать, вы держите, допустим, бизнес-центр, да? Или что-нибудь держите, да? А, в этом смысле. Там пункт, не знаю, что можно держать. Бензоколонку можно держать, да, свою там держать. Ну, в смысле, иметь, держать, вот, то есть контролировать, да? Но Дейксион это как будто на этой самой, на правой руке. Дейксион Кэрос. Кэрос. Кэрос это рок. Но в данном случае да. В военном контексте это не рок, это фланг. Вот. Держащий плав. Какой-то плав. Фу ты. Правый. Правый. То есть это еще что ли? Занимающий, так сказать, правый фланг. Контролирующий, то есть находящийся, можно сказать, на правом фланге. В общем, что-то я запутался. Короче, я понял так, что другие восприняли, и поскольку это глагол чувственного восприятия, мы здесь аккузативус кум партикипио. Партикипио – это эхонтес. То дексион керос – это, видимо, все-таки дополнение. Но почему эти гойтариханес в номинативе стоят? Не, я не думаю, что тут кумпартикипио. Тут аистхоми, но мне кажется, это просто капричасти конъюнктум. И помните, смотрите, вот глагол сентио в латинском и аистхану в греческом языке, мы склонны их всегда переводить как «чувствовать». Но на самом деле аистхану и сентио это еще и понимать. Это скорее глагол не такой нечувственный, а глагол узнавания, восприятия информации. Узнавшие. До них, короче, слухи дошли о том, как закончилась битва. То есть на следующий день прибыли и остальные, знавшие. Осведомленные, как бы, вот я думаю. О том, что случилось. Осведомленные о том, что... Ну, смотрите, здесь как будто бы все равно эти тариханы держат правый фланг. Осведомленные о чем? Что они держат правый фланг. А мне кажется, нет? Тут прибыли... Смотрите, там дальше. Видите, три народности прибыли. Прибыли... Все три народности, они узнали о том, что произошло. И нам рассказывают какие-то народности. Во-первых, я бы так говорил. Во-первых, триханы, которые... Держат правый фланг. Давайте пропустим скобочки. Видимо, А я их уже даже перевел, как рассказывал Пеломас. Секунду. А подождите, это какой глагол Хигейто? Хигеомай. Да, Хигеомай. Смотрите, да, у Хигеомай есть значение, конечно же, рассказывать, но еще и значение есть более физическое такое. Предводительствовать. Их. Ну понятно, поэтому аутон. Сейчас я хочу закончить, да? Смотрите, после такого физического хигеума может быть тени, а может быть тинос. И тогда от этого зависит перевод глагола хигеума. Если тени, то это вести в качестве провожатого, сталкера такого, да? Кого-то куда-то ведет, тени. А если аутос, генитивус компертонис, то это предводительствовать, как вы сказали. То есть как прогистами, там тоже с генитивом. Ну, типа того, а предводительствовал ими Пелом. Пелам. Пелам, да. Да. Значит, видимо, там вот это Эу Онюмон, это, видимо, левый край. Да. А то это середина. Значит, на левом краю находились Сюнокефалы, я забыл, какие-то тунцеголовые. Сюнокефалы, ага. Да, а в середине были, как это... Ракоруки, по-моему, ракоруки, да? Ракоруки, вот. Да, середину, как называется в военном деле, середина между левым и правым флангом? Не помню, я не знаю, даже честно. Ну, главное, середину, в общем, центр, да, скажем так, центр, да. Центр, да. Это и есть, собственно, центр, кентрум, да, Мессон. Смотрите, а вот, да, вот, а вот вы знаете, почему тут так странно написано слово левый? Ведь что такое эу? Эу – это хорошо, а онимон – это от слова оному, да?
Но это все перефразировки. Там же у нас был какой-то другой Аристон, что ли, тоже. То же самое, левого. То же самое, да. Это чтобы чертей не навлекать словом левый. Потому что левый — это плохой. Его заменяют на противоположные понятия, то, что можно сказать, в кавычках, как бы самый лучший, то есть, ну, в кавычках, ну, на самом деле, левый, да? Угу. А как, собственно, левый-то сам по себе? Есть вот это ругательное слово в греческом? А, ну, обычно аристерос, сейчас что-то забыл, сейчас надо вспомнить. Все они настолько его не употребляли, что она, собственно, никто его... Ну, они, наверное, знали, я, честно сказать, забыл, да. По-моему, было, да. Сейчас не вспомню, давайте я пока подумаю, да. Угу. Ага, Евгений, давайте тоже, да? Четыре строчки. Это называется, это самое, апотропическое. Апотропически, да? Да, название. Вот это самое, ночь еще у них как-то называется. Короче, как есть еще какое-то распространенное апотропическое название для ночи, и вот Гераклит использует его как раз. Вот чего я знаю. То есть такое как бы хорошее, да, вместо плохого, да? Да. Угу. Я вот знаю, что в Библии, да, тоже из-за этого возникают неправильные переводы. Слово «проклятие» заменяется на слово «благословение», потому что если священнослужитель, читая Библию вслух, ну, ну, наверное, на древнееврейском особенно, прочитает слово «проклятие», то он сам может быть проклят. И там как бы слово «проклятие» заменяется на «бенедиктию» какую-нибудь. Ну, то есть, наоборот. Ну, и, ну, все должны понимать, что имеется в виду проклятие. А те, кто не понимает, те неправильно понимают этот кусок из Библии. Вот тут, ну, то же самое, такая же логика примерно, да? Ну, ладно, что, читайте тогда, да? Я пока поищу левый. Да. «Гойгар тритономено Детас, тенгесихиен эгон у детеру сюммахейн про айруминой. Гмейс де про апантесентес аутоис парато посейдонион сюне мейксемен полебуэ проминой. Антехи де тон кютас госперта спелая. Рипсамины доутус, гаты гюмнетас онтас кай катади оксентес эстен гюлан. То лайпон эпикратумен тес гэс. Значит, тритоновиды сохраняли нейтралитет, тенгесюхиен эгон, я думаю. Ну, в общем, не выбирая никого, то ли не предпочитая ни с кем союзничать, то ли предпочитая ни с кем не союзничать. Ну, в принципе, не велика разница. Угу. То есть такая Швейцария, да? Неправда. Да. Угу. Так, про Апантау. Сейчас. Мы же, их упредив. А не то, чтобы заранее встретившись с ними, или заранее выйдя навстречу. Думаете, упредив как бы просто? Ну вот есть на самом деле в Дворецком как раз-таки это место, встретившись с ними просто. А, ну да. Гапантау — это идти навстречу. А про имеется в виду, наверное, что мы активнее шли, чем они к нам. Мы к ним активнее, чем они к нам, видимо. Ну, не знаю. Или заранее встретившись, не знаю, кстати. Не понимаю до конца. Угу. Да, с ними, с Датилом, да? Значит, смешались с ними возле храма Посейдона. В смысле, тоже начали битву, да, сечу? Да. Угу. И... Вот это не надо храуму переводить как «пользуюсь». Это просто ну, как бы... Подняв большой крик. Да. Громко крича, да. Громко крича просто. Есть, конечно, глагол «бау» — кричать, либо звать на помощь. Но тут, ну, мне кажется, тут тоже нормально написано. Тут ни нарушений никаких нет. Это вполне нормально. Храуму с датилусом... инструменте. Кстати, я выяснил, как будет левый, но, честно говоря, вот смотрите, вот так можно сказать. Два варианта есть, но они какие-то редкие, действительно. Видите, слово левый, видимо, отсюда происходит русское. Видите, лайвус. Ну, написано, что это позднее, да? Mm-hmm. А еще есть сейчас другое, скайос еще есть слово. Оно более вроде бы...
частотная. Ну, видите, скайос — это вот левый, неловкий, плохой, дурной. Несчастный. Вот так вот, левая рука, видите, хэскайя. Так, продолжите, да, Евгений, что там дальше было после крика этого? Значит, вот этот вот, ну, вот это чудище, этот кит, резонировал совсем как пещера. Как пещеры, да? Пещеры, да. Отдавал эхом, да? Возвращал эхо, да, буквально, антехой, да? Отдавал в ответ звук, да. Угу, так. Значит, обернув их, видимо, в бегство, ну, как бы, поскольку они были легковооруженными, и преследовав до леса, значит, ну, в общем, захватили остаток земли. Земли страны, да. Помните, что в трагедиях слово «г», «земля» используется, ну, иногда ее можно как «страна» переводить. Ну, это одно и то же в данном случае. Земля, страна, все это в животе происходит, это чудище, да. Genitivus comparationis, да, мы стали властвовать над землей, да. А что такое тулайпон? Вот это? Ну, тогда получается это наречное. Да, то есть 100%. А, вы перевели остаток земли. Не-не-не-не. Это не локативно, а... Я согласен, я забыл, что кратео так, извините. Темпорально. И что же такое тулайпон тогда? Темпорально, да, говорите? Ну, то есть, в итоге... Нет, по-моему, нет. Ну нет, может быть и так, конечно, но вообще базовое значение лойпон, ну я так обычно перевожу, это впредь, с этого момента как бы, да? Вот, вот, видите, впредь. А может быть и наконец, смотрите, я не знал об этом. Я не знаю, как все, и в конце концов, либо впредь, и наконец мы завладели, либо впредь мы стали владеть, не знаю. Сложно определить. Ну, я знаю, что это слово осталось на новогреческом, они постоянно его произносят. Липон, да, липон. У него значение уже стерлось полностью. Липон — это как бы, ну, типа и так. Так, ага, сейчас как мы это поделим. А, ну вот на два больших куска, да? Нет, давайте на два маленьких, у нас время заканчивается. Давайте маленькими читать теперь. Дмитрий, пожалуйста. Камет у полю, керюкас апостейлантес некрус, ты ан... Ангерунто, я думаю, там читается это Гайрео. Ангерунто, кай перифилиас диалегонто. А вот у метку полю это тоже какое-то временное значение? Через там какое-то небольшое время? Да, я думаю, такой вариант сказать спустя небольшое время, да, наверное. Да. И через недолгое время, отправив каких-то керюкс это глашатай, я не знаю зачем, каких-то посланцев, может быть, отправили. Ну, здесь керюкс это посол, я думаю. Да, вот я говорю посланцы скорее, чем какой-то там этот глашатай, который на площади что-то. Вот, значит, что сделали? Они. Они подобрали Ангайрео Некрус, трупы подобрали, и Перифилиас Диалегумай, то есть завели речь о перемирии. Думаю, да, да, о союзе, да, Филия. Да, а Керикас это и есть, видимо, люди, которые подписывают соглашение о поражении, да, признают свое поражение. Да. Царь же сам не поедет. Так, пожалуйста, Евгений. Гмін деук і доки спендесхай алати гюстерає хоресентесе паутус пантес арден ексекупсамін лентон тритономеде тритономедето. Значит, мы же решили не мириться. Да. Но на следующий день, придя к ним,
придя к ним ко всем, видимо. Где ко всем? А, Пантос. Мне кажется, нет, Пантос, мне кажется, к Копту относится дальше. И не придя, а пойдя на них, как бы, да, войной. И Пиаутус, я думаю, опять. Всех всех вверх дном вырезали. Пантос Ардон, да, всех целиком, да? Ну, да, или так. Исключение. Кроме вот этих тритонообразных. А почему этих оставили? Они же держали эту Теносихиен Эгон. А, нейтральный, правильно. Понял. Так, сейчас Дмитрий, да, вот так вот. Хуту и дегос эйдон та гигномена, диадрантес эктон бранхион, афекан аутойс эстен тхалата. А эти, ну, гуты, это вот, наверное, как раз отсылает к этим тритоновидным, да? А эти же, как гос эйдон, ну, когда увидели, что происходит, наверное, да, так, да, да. Просто да. Это когда, гос, как когда. Диандрантес, это бы... Короче, они афекан, то есть прибыли. Нет, это не имя. Гимми. А, Яким. Отослали их. Хорошо, так, сначала нет, тогда не диадрантес. Нет, не их, гаутус, смотрите. Гаутус. Тех самых, тех же. Нет, самих себя. А, самих себя. Значит, они отправили, ну, как бы, самих себя в море. Ну, сбросились в море, короче. Да, да, да. А диадрантес, то есть, это, побежать-то, диатрехо, да? Да. Выбежав, возможно, или разбежавшись из бронхион. Это с бронх... Нет, это не бронхи. Может быть, это конечно, не бронхи сейчас. Отсюда происходит, кстати, не... может быть. Но это, по-моему, типа жабры, да, по-моему, или что-то. А, да-да-да, у нас это было. Видимо, выбежав вот так вот, пробежав через, вот где, наверное, через здесь прямо значение, то есть пробежав через бронхи нет, этого но, кита. Ну, все-таки эк. Все-таки не диа, да? Ну, они, я так полагаю, что они были внутри, ага. И вот пробежав, как бы их из них бросились в море, из этих бронхов. А, то есть там были отверстия, то есть не через рот, а через дырочки в бронхах, да? Или что? Ну, я думаю, да, да. Черт его знает, я не понимаю. Ну, допустим, я не знаю. Они где жили? Мы просто забыли, они где жили? Не в бронхах они жили? Нет, они, видимо, в глотке у этого чудовища все действие происходит. Жабры это называется, не бронхи, жабры, да? Из... Да. Я, знаете, думаю, что все-таки эктон бран, вот этот бронхион, это относится к глаголу афекан, то есть бросились из бронхов. То есть пробежав, мне кажется, бросились из бронхов, из жабры, извините, бросившись из жабр в море, бросились. Или, может, разбежавшись, диатрехо, не знаю. Тут смотрите, какое значение есть у Плутарха проникать. Проникли в бронхи, может быть. Ну, я не знаю, не знаю. Тоже. Вряд ли все-таки, да. Просто, мне кажется, пробежав быстренько так, да, через... Ну, Little Scott в основном дает run through, то есть именно через. Через жаберные отверстия, да? Из жаберных отверстий, да. Как из таких вот, да. Так сказать, окон. Они бросили себя, то есть бросились в море, да. Видимо, погибли сразу, да, или нет? Хотя кто это такие тритона медентус? Они умеют плавать-то вообще? Может, они и плавать умеют вполне. А что они то жили у этого кита? Ну, ладно. Ну что, Евгений, успеете? Мы поможем длинно это, да, вам достается, да, повезло вам. Хмес де тенхорон и плтхонтес эремон эде усен тон полемиун то лайпон адеос катакумен тапала гимнасилойс те кай кюнегесилойс хроминой кай ампелургунтес кай тон карпон свинка медзоминой тон эктон дендрум кай голос эокеймен тоис энде смотерио мегалу кай афюкта трюфоси кай лалюменус.
Значит, мы же, ну, не понимаю, как здесь. И перхом, и придя, тупик. Не знаю. Ну, Значит, всю, ну, вот эту всю землю, землю, уже как бы ставшую усан, пустой от врагов, впредь или отныне, значит, безбоязненно стали населять это икуму. Значит, во-первых, мы просто приехал, прибыв, да, придя. Что? Что, знаете, какое значение есть обходить, обойдя? Ну, я смотрю просто за резкого, обойдя. Ну, я не знаю, обойдя, придя, войдя. Не очень понимаю, что за гимнасилос такое. Какие-то школы. Ну, гимназии, да. Но гимназия — это не школа, это скорее ближе к палестре что-то. Значит, да. И Кюнгеси, Кюнгеси, это, мне кажется, с псарни. Ну, наверное, да. То значит, есть, как бы хроменной, то есть пользуюсь, то есть. Что значит пользуюсь? Ну, не пользуюсь, а, наверное, устроив, да? Устроив школы спортивные и, как сказали, псарни. А может быть, и охоты псовые, я не знаю. То есть это, смотрите, это что такое гимназия, что такое псарня? Это атрибуты классического древнегреческого аристократа. То есть, сделав немножечко Афины там. Мне кажется, тут имеется, что цивилизацию построив такую нормальную, афинскую, 4 века там. Сократа, может быть, даже сделали из глины. Что-то вот это вот. Нет, вам так не кажется? Ну да, да. Облагородив как бы все местности. Какие-то фильмы напоминают про каких-нибудь этих самых европейцев, которые в джунглях или где-нибудь среди индейцев или в Африке пытаются на британский аристократический манер существовать. В фильме «Апокалипсис сегодня»? Французы? Да, да. Французы там, да? В Вьетнаме. Да. Ну да. Ну, да. Это не только в фильмах. Вот в Шри-Ланке они на горах, там вообще жарко на Шри-Ланке, мы были, но на горах холодно, и британцы там просто разбили свой парк, потому что погода на горах напоминает британскую погоду. Очень, ну, все, да. Все похоже на Англию. И могли клуб даже сделали, наверное, да? Там есть, да, я думаю, что и гольф играли. Ну да, вот что-то такое имеется в виду. Да, Евгений, что-то хотел добавить, да? Не-не, я просто тоже видел это, тоже был на чайных плантациях у нас шри-ланкийских. Ничего себе. И, значит, виноградники они обрабатывали, ну, причастие, и добывали плоды, ну, тут этот самый, как это называется, не синегдаха, может, когда одно, да? Ну, типа, да-да, плод, ну, в смысле, плоды, да. Да, плод от деревьев. И вообще в целом уподобились его кеймен Труфоси и Лилюменес. То есть это первое лицо множественное число. Казалось, что мы, да, я бы так перевел ее. Это эойка, да, в плюс к вам перфекте. Казалось, что мы полностью голос. Или нет? Только тут просто нету этого самого. Тут или оно спартикипио, да? Но, казалось, что... Да это не важно, оно с дативом в любом случае. Вот там видите, датив есть, то есть, да? Да. Ну и два причастия, соответственно, тем, кто живет в роскоши. И... Что это такое? Не, ну это просто. Лилюменус — это просто.
Это перфект. Ну, что тут сложного? Хопа. Это хопа. Это медиа. Это датив. Остается лю. Добавляем омегу. Это глагол лю в перфекте. Причастие пассиве множественное число. Дативе. Точно, да. Ну, может быть, расслабляться. Смотрите, тут видите, какое слово из критона? Помните, в критоне это слово? Ну, это тюрьма. Ну, то есть это не расслабляться, это быть отвязанным, высвобожденным, мне кажется. Нет? А мне кажется, что это такая, это самое... Собственно, в этом и парадокс, что они... В тюрьме большой и как бы неизбежный, неразрешимый аффектус. От какого-то глагола аффекту? Ну, может быть, пелго. Ну, конечно, но от глагольной прилагательной образуется от глагольной основы. Mm-hmm. Фюг, да? Ну, там характер согласно изменился не в конце, но да. Неважно. Это то, так, из которой нельзя убежать, мне кажется. Mm-hmm. Да. И, в общем, ну, мне кажется, что это и есть это странное положение игроков в гольф фиг знает где, угу. Что они уподобились тем, кто в тюрьме какой-то громадный и как бы не то, из которой нельзя выйти, угу. Значит, нежится, угу. И расслабляются. Да, триумфал — это роскошество, нежится, да? Ну, насчет расслабляться, я, честно говоря, даже не догадался, что это так можно перевести. Лёмой, да? Ну, я, честно, не знал об этом. Блин. Чёрт кто знает. Как-то быть свободными, да? Освобождаться. Блин, не знаю. Тогда это гендиадиз, да? Нежится и чилить, как это сейчас говорят, чилиться это называется сейчас, да? Чилить. Ну, блин, а есть такое значение? Точно что-то я не вижу нигде. У Little Scotty есть. В Little Scotty есть расслабляться. Но здесь странно расслаблять именно физическую силу написано. Особенно о физической силе. Например, Люсе де Гюйя. Члены. Расслабил члены, да. А может быть, относительно членов расслабился, если медиа там как. А может быть, действительно, как вы предлагали, то есть отвязанные, в том смысле, что они, хотя и в большой тюрьме, но при этом без кандалов, условно говоря. Да, да, да. То есть в тюрьме такой, но в тюрьме все камеры открыты. Гуляй, спи где хочешь. Как это решить? Никак. А где там Гюй это? Это где? Это в Little Scotty где? Там далеко находится? Я просто открылся. Вторая римская. Но там очень подозрительная. Вообще это убить на самом деле. Слабить члены это убить. А, ну это да. Это вторая римская, третья арабская. Ну это Гомер, наверное, да? Илиада, да, вроде. Ну это я знаю такие места в Илиаде, да. Это имеется в виду, что руки и ноги отвалились от туловища. Угу. Члены отсохли. В общем, не очень хорошее значение, которое я вижу здесь, в этом, ну, как бы в этом значении расслабить. Я думаю, что все-таки именно без кандалов, то есть без цепей. Да. Да. Угу. У нас осталось 3 минуты. Может быть, вот Дмитрий, вот маленько еще успеете. Вот это. Ну, давайте, да, можем попробовать. И не аутонмен ункай менас окт. То тут диагумен тон тропон. И не аутон, это, видимо, стропон, что ли, согласовано. Не. Давайте глагол диагумен. Так, диагумен это либо проводили. Ну, проводили, ну, в смысле, жили. Да, жили. Вели образ жизни даже, можно. 8 месяцев. Ну да, а неутос, что такое неутос? Вы даже не знаете это слово.
Энеутос это какой-то. Да. Разнообразный. Нет, вы что-то путаете. Энеутос это год. А, конечно же, это год, да. То есть 12 месяцев плюс еще год, 8, да? В год и 8 месяцев мы проводили, ну или провели таким образом. Таким вот образом. Тут он там. Да, да, да. Тут тунтроп, он адвербиальный такой акузатив. Вот таким образом мы проживали в течение, как получается, сколько месяцев? 20 месяцев, да?